работал год в Хабаровске, в Хабаровской краевой филармонии. И после этого мне поступило предложение из Сирии, от которого я не мог отказаться. И поехал туда на смену своего первого учителя по органу Алексея Михайловича Шмитова. Для начала я могу сказать, что у меня не было мысли преподавать в таком возрасте. Я думал, что это начнется где-то после 30-40, может быть. Но так получилось, что сразу после Хабаровска, где меня не брали на работу, когда я очень молодой еще, поучиться надо. Вот приехал в Сирию, и сразу меня, так сказать, бросили. Пришлось срочно учить арабский, вспоминать английский и преподавать на всех языках, с помощью жестов в том числе. Потому что арабский очень сложный язык, и в каждой стране свой диалект. Всего 3 органа в стране духовых, и играть на них, это попасть, заниматься, это огромная проблема. Как-то мы изворачиваемся, у нас получается, ученик мой достаточно талантливый парень, кстати, наполовину русский, его мама из России, на следующий год будет заканчивать консерваторию. А так страна очень интересная. Это Дамаск, самая старая столица мира, ей более 7000 лет. По этому городу еще ходил Иисус Христос. Очень много библейских историй связано с Дамаском и его окрестностями, и с остальными городами в Сирии. Там была Римская империя, там были крестоносцы, там были финикийцы, там были марониты, там много чего было, на самом деле. Там надо приезжать, смотреть этот музей под открытым небом. И мы вот живем там 3 года уже, сейчас будет 4-й, до сих пор еще далеко не все облазили. А вообще профессура, она вообще в ваши планы входила по окончании консерватории? О чем вы думали, о чем вы мечтали, к чему вы стремились? И вот эта вот профессура в Сирии, она как-то так вот была неожиданностью или закономерностью какой-то? Ну, хочу пояснить, что профессура – это для Сирии. Здесь я как бы являюсь преподавателем все-таки. Но поскольку там называют меня профессором, так решили. Вот. Там существует русский контракт уже много лет, около 20 лет, и каждый, кто приезжает туда преподавать, называют профессором. Видимо, на первом месте стоит орган, правда? Конечно. Это было так всегда? Ну, насколько я себя помню, вот с 13 лет, как я пошел на орган, он так сначала из факультативного инструмента начал превращаться и расти, и вот вырос, так сказать, в идею. Ну, жизни. Ведь не случайно, правда? Вот вы сказали сейчас факультативно, но наверняка мысль об этом зародилась раньше. И по секрету, ваша мама нам сказала, что впервые об органе она от вас услышала, когда вам было 5 лет. А действительно, ну, получается, что достаточно рано, и вообще, ну вот вы помните, когда? Да, достаточно рано, еще в музыкальной школе в начальной вот слушал, мне было достаточно интересно, что это за такой король инструментов, оркестр практически, под управлением одного человека. Да, отдали еще в 6-м классе музыкальной школы в 13 лет, вот, к Алексею Михайловичу Шмитову. Заниматься на органе без любви, без фанатической любви невозможно. Потому что у нас время всегда неудобное. Органисты всегда должны вставать очень рано, к 7 утра приезжать, заниматься. Потому что залы, помещения свободны только с 7 там, до 9 до 10 утра. Это и в училище, и в консерватории то же самое, и в концертных залах. Или наоборот, после концертов ночные репетиции, как здесь в соборе, происходят с 8-9 вечера и до часа ночи, бывает, и до 2. Вот, то есть весьма неудобно, и только человек, который очень любит, очень хочет заниматься на органе, соприкасаться с этим великим искусством, только такой человек может стать органистом. Вот в Жене это проявилось очень рано. Сегодня я был очень рад слышать Женю, потому что я услышал уже созревшего мастера,
музыканта со своим лицом, с полным техническим оснащением, если можно говорить, с профессиональной точки зрения, и интересным своим индивидуальным лицом, который интересно слушать. Почему возникло у вас это желание? Почему вы прислушались к органу? Чем он вас зацепил? Большими возможностями, сказать. Кажется, просто для меня орган был интереснее. В том, что там можно попробовать себя реализовать. Больше возможностей показаться, развернуться. И потом у нас в стране не так много инструментов. Кстати, сколько у нас в стране инструментов? Я сейчас точно не скажу, но сейчас наметилась тенденция, что начали снова возвращать традицию, закупать органы у западных фирм и ставить их в российские города. Так, недавно, скажем, я был в Кондопоге, там стоит два новых отличных органа немецкой фирмы Беккерат. Сейчас я еду через несколько дней в Калининград, у меня там будет концерт тоже на новом органе Шуке в огромном соборе, который сейчас считается, по-моему, самым большим органом России. Где вам больше понравилось? Где, наверное, инструменты все разные, звучат по-разному, залы разные. Может быть, вы можете отметить какой-то зал, какой-то инструмент, который остался в памяти? Ну, я думаю, прежде всего стоит отметить вот этот инструмент. Мне он показался очень удобным. С одной репетиции я просто в него вжился, влюбился. И просто инструмент вот по мне, настоящий вот механический орган. Вспомнят студентам, таким активным, красивым, таким юношей, который играл на рояле и выступал с коллективом Ad Libitum, который был на слуху. Он был очень моден, популярен. Но там был Вертинский, да, а тут уж совсем и орган. Как у вас это все сочетается? Или это просто такие вот широкие границы музыканта, вашего дарования? Вот такие вот? Ну, я не думаю, что музыканту какие-то границы нужны. В пределах дозволенного, конечно. Но я много чего еще играл. И Вертинский – это наиболее еще, так скажем. Играю в другом дуэте, мне кажется, не менее интересным. По крайней мере, насколько мне известно, первый проект в мире для органа с удом и органа с бузуком. Это восточные инструменты. И такого, насколько мне известно, еще не делал никто. Вот мы готовим проект на следующий год и, надеемся, будет концерт-премьера мировая. А у вас членов этого коллектива? У нас, ну, планируется 4. Вот он дорастет скоро до 4. То есть подключится еще флейта моя супруга и супруга вот удиста. Она играет на таком инструменте, напоминающем гусли, называется канун. Я надеюсь, что в следующем году у нас получится осуществить этот проект. Вы вообще скучаете по России, по Москве, по Одинцову, по маме? По родителям скучаю. По Москве, наверное, не очень. Все-таки там город тоже красивый. Но все-таки вы же планируете когда-то, может быть, через какие-то годы вообще, где видите свою зрелость? Ой, пока я так далеко не задумываюсь. Ну,
хотелось где-то при органе, при хорошем духовом органе.